Сегодня спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения. Большой вклад в это делает администрация Нефтекамского филиала Башгосуниверситета для своих студентов и не только. В учреждении действуют спортивные кружки и секции по 13 направлениям. Одно из них – отделение баскетбола, которое работает уже 14-й год. За это время коллектив спортсменов сделал немало успехов. Мы становились неоднократными призерами зон республик, чемпионы города. Неоднократно тоже порядка 5 лет, пока я играю, мы, по-моему, ни разу не проиграли. Также в том году мы заняли 3-е место на дивизионе Тулпар, это студенческая лига баскетбольная. Вот, это было наилучшим достижением для нас. Уже на протяжении 5 лет в команде играет будущий выпускник Нефтекамского филиала БГУ Дмитрий Макрушин. В успехе коллектива он уверен, если только желающих играть в баскетбол будет больше. По той причине, что многие ребята уже выпускаются из университета, и команде нужны новые игроки. Наша команда существует порядка 14 лет, с 2007 года. Я играю уже лет 5, с того момента, как поступил. Состав постоянно меняется, кто-то выпускается, кто-то поступает. Постоянно работаю с новыми игроками. Тренируемся мы при порядке где-то 3-4 раза в неделю. Тренировки проходят в спортивном зале учебного заведения. Будущих успешных баскетболистов готовит квалифицированный штат сотрудников филиала. Ребята стараются принимать участие во множестве соревнований, но иногда бывают трудности. В основном это связано с финансированием очередной поездки. В любом случае спортсмены не теряют возможность посетить соревнования и показать, на что они способны. Ребята ходят с большим желанием, с большим, то есть с пристрастием к этому любимому делу. И не возникает никогда у них таких вопросов, что мы будем делать. То есть они знают свою работу, знают, куда они пришли, знают, что будет очень сложно. Но несмотря на все это, они приходят и занимаются с удовольствием. На базе учебного заведения открыт набор по подготовке и обучению баскетболу школьников. Любой желающий может прийти в первый корпус Нефтекамского филиала Башгосуниверситета на Трактовой 1 и пополнить ряды целеустремленных спортсменов. Анна Сазыкина, Анастасия Сафронова, Андрей Филиппов. Информационная программа «Ежедневник».